Сегодня ансамбль советской оперы ВТО показывает оперу «Бравый солдат Швейк» композитора Антонио Сподовекия, либретто Иосифа Келлера по роману Ярослава Гашека, дирижер Владимир Дельман, постановщик Владимир Шлезингер, художник Александр Авербах, режиссер Владимир Дельман, главный хормейстер Александр Сергеевич Степанов, заслуженный артист Российской Федерации. Партию рояля Всеволод Сокол-Мацук, концертмейстеры Елизавета Миловидова, Людмила Резникова, Всеволод Сокол-Мацук. Действующие лица и исполнители. Швейк, Алексей Сукачев, пани Поливец, Вахрушева, пан Поливец, Первышев, Брейдшнейдер, Шумов, следователь Рыбинский, врачи-психиатры Осипова, Ткачук, Серов, пани Мюллер, Людмила Геловани, Коваржик, Ткачук, Мацуна, Шумов, Покорный, Клепиков, Грюнштейн, Первышев, фельдшер Кудрявский, баронесса Лидия Толкская, первая дама Наталья Кучерова, вторая дама Эмма Янина, фельдкурат Ота Кац Яганов, Лукаш Кедров, Кетти Забродина, полковник Рыбинский, Вендлер Прибегин, первый носильщик Фторов, второй носильщик Юдин, первый конвоир Спиранской, второй Григорьев, водичка Серебров, прохожий Покровской, посетители трактира, солдаты, прохожие, жители, артисты хора ансамбля советской оперы ВТО. Thank you.
начинали. Бош, бол, 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 бол. Смотрю, причистая, молчите просто. Выставляй скорее, посильней компосты. Ходим лагерями по шагам добитым и шабурыем. Пан Полинец, рюмочку сливянки. Извольте, пан Швей. Наш ход. Здесь прежде висел портрет государя, императора, брат Иосифа Первого. Висел, да только мухи на небо догадили, что и я подумал, да кого черт это мне надо? Могут выйти неприятности твоего тузом. И я убрал императора на чердак. И ребята по пятам за нами, едут два фургона, полные деньгами. Ой, скажи, что с нами сделали? Вот у нас в будильницах
проткнули на базаре торговца свиньями, Братислава Людвига. Так, так, так. Сперва вы говорите о незабвенном Эрцгерцоге, а потом о свиньях из места. Все арестованы. У меня здесь все записано. Да! У него там все записано. А меня за что же, сударь? А его за что его? Что мухи нагадили моим пехотам. Что же за... Не я портрет загадил, а мухи. А насчет психологии убить... Что ж тут удивляться, что в полицию придется всем нам прогуляться. Это все для шика, чтоб покойнику создать рекламу. Молчать! Не прикидывайтесь идиотом! Я официально признан идиотом! С кем вы состоите в тайных отношениях? Я от вас не скрою со своей хозяйкой. А знакомство в политических кругах? Я однажды продал одному жандарму щенка, сказав, что это чистокровный боксерьер. Значит, вы во всем сознаетесь, а? Если вы хотите, я во всем сознаюсь, но герцога ухлопать я не собирался. Но если вы так хотите, чтобы я во всем сознался, буду я крутить вертеть и избиваться до последнего издыхания. Идиот! Признаю,
должен это подписать. Мне сказали, подпишите. Я послушался, но не стану драться с ними из-за этой подписи. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Чувствуете вы себя вполне здоровым? А? Здоровым сказать нельзя, я болен ревматизмом, натираюсь о подльдоком, о подльдоком. Вот что, арестованный шпик, мы направим вас к судебным врачам. И так уж много, что вы, господа, хорошую комиссию. Отели вы на меня свое время. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, шпик, мы посадим вас в тюрьму. Прекрасно! Видно! Я вам! Чудесно отдохнете! Спасибо! Спасибо! Следующий! Вам сказали сделать пять.
седром ступа. Ипохондрия. Школа. Только не этот профессор, а Бейдинга. Лишь профессор Гефорт указал нас. Начнем! Oh,
Я сейчас схожу за доктором. И куда вы не ходите? Доктор выпишет бумажку, вы пойдете на комиссию и вас освободят. Принесите мне коляску. Коляску? Я поеду на войну в коляске. Вы поедете в коляске? Пани Мюллер, отвезете вы меня.
можешь по вкусу сопли или перца в них добавлять. Дайте мне скворочек, чтоб их густеть. Дайте мне сало гусин и замечательным пенистым пивом. Каждую шкварочку можно залить и замечательным пенистым пивом. Каждую шкварочку можно залить. Ooh.
Ом-ом, урлит, сосок, глоток, шип. Thank you.
говорят, что наш фигурант сегодня снова нализался. Значит, будет представление. Посмеемся. Посмеемся. Глядите, он едва ползет. Видимо, здорово хлебнул. Тише, тише, тише. Пожрать, лежать на брюхе и ковырять в носу. Займитесь исканием Бога ковшей, ищите дома. Болваны,
блудные сыны. Да путь борьбы с пороками. Обратите ваши взоры к небесам. Эй, ты там в подштаниках, ты плачешь, рыдаешь. Я плачу. Пусть каждый из вас берет пример с него. Обедня закончилась. Идите к дьяволу, а ты останься. Грешника, и я решил доставить вам удовольствие. Ты мне нравишься. За что ты сидишь? Право, я не знаю, но я не жалуюсь. Просто мне что я не сделаю, все всегда наоборот. Жизнь штука хитрая, проживешь хоть целый век, но ошибаешься ты, как всякий человек. Все, что я думаю, не в силах я скрывать, что ж получается, слышу только я одно. Идет молва, молчат. Но я не жалую. Просто мне не везет. Ты истинный святой, такой денщик мне будет в самый раз. Пойдем со мною, брат мой, пойдем домой. Слушай, эх, выпить бы. Куда вам? И так вы нализались. Если в мире кто милей. Пошли домой. Thank you.
Thank you.
Необходимо погостить у тебя пару дней, и я несчастна твоя Кэти. А в чем тяжелый случай? Как слегка на голову? Вот у нас будильница, к обойщику однажды въехала барышня только на пару дней. Убирайте с вашей философией ко всем чертям. Вы хотели, пан поручик, иметь щенка? Да. Получайте чистокровный пинчер. Очаровательный песик. Сколько заплатил? Мне приятель подарил. Как зовут? Приятеля. Нет, пёсика. Забыл. Мы назовём его Максиком. 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 Чёрт, мы пёсик, пёсик. Пойду погулять с Максиком. Если дамочка придет, что мне делать с ней? Обращаться нежно, исполнять любое желание. Так точно, господин поручик, будет исполнен. Случается и с клиентами. Почему?
они страшно возмущаются, что я продал им дворняжку вместо породистой собаки. Будто все собаки должны быть породистыми. Чемоданы в спальню. Ну, покажи, пошиво. Отнесу я живо. Я благодарю вас. Где мой индушек? Пан поручик. Моя жена, наша жена.
Идите. Муж. Старайся попасть в плен к русским и не забудь сказать: здравствуйте, братья. Будь покоен, я так и сделаю. Когда кончится проклятая война, приходи в трактир ровно в 6 часов. Ладно, водичка. Лучше в 7:30 на случай, если запоздаю. Победу над врагом.
нечестивые, во что я налью освященное Богом вино? Куда негодяи девали священную чашу? Наш солдат, он тверд, как камень, ты не платит мне. Когда пишу в Буньёвице, там меня ждет друг мой Водичка. Условились мы встретиться ровно в 6 часов, а уже сейчас 7. Маршетует гренадин, в краской броне наш пацин, сабелькой сверкает, девушка рыдает. Я в Буньёвице снова иду, там меня ждут друзья. Счастливо!